Всем привет! Я вас приветствую на канале Алибаба Алидед. Приветствую своих дорогих подписчиков и гостей нашего канала. Вначале, друзья, хочу поблагодарить вас за поздравления в честь нашего юбилея 1000 подписчиков. Спасибо вам за комментарии. Очень приятно, что принимаете участие в конкурсе. Только хотела сказать пару слов. Девчата, кто-то там написал, что все равно какой приз. Нет, пишите конкретно, потому что мы будем делить призы. Участники, которые хотят броши, будут отдельно, моноподы отдельно. Обязательно откорректируйте свои комментарии. И второе, я пробежалась по комментариям, примерно, ну, посмотрела, открыты, не открыты у вас каналы, у многих каналы закрыты. Я говорю это уже не первый раз, дорогие друзья, откройте каналы, чтобы мы видели точно, что вы на нас подписаны. Без обид, дорогие мои, ну, хочется, чтобы призы получили именно наши дорогие подписчики. Мы вас очень любим, очень ценим. Ну, а сегодня у нас, друзья, распаковка. Распаковку ведет не дед, а я, потому что пришли два товара для меня. Ну, и он сказал, ну что, я в этом разбираюсь, снимай ты. Ну, давайте приступим. У нас сегодня две посылочки. Начнем по порядку. Начнем с посылки поменьше. Цена этой посылки 13,93 евро. В рублях это 1062 рубля. Я уже знаю, что тут. Посылочка пришла очень быстро. Заказ я сделала 18 января. Ну вот сегодня у нас какое, 29-е. Посылка уже у меня. Сейчас мы ее распакуем. Пришла вот в таком пакете. Очень боюсь повредить то, что там внутри. Надо открыть аккуратненько. Так. И это, друзья, я заказала для себя. Первый раз, очень боялась, заказала для себя платье. Нарядное выходное платье. Как-то захотелось мне. Ну, уже чисто визуально мне оно нравится. Девочки, только вот я смотрю в камеру. Камера неправильно передает цвет. Она показывает синее, а платье... фиолетового цвета, подкладка платья фиолетовая, а в камере передает синий цвет. Странно. А, ну вот поближе. Вот такого цвета подкладка платья. Отделана кружевами. Девочки, очень хорошее кружево. Ну вот мне оно уже реально нравится. Швы отделаны хорошо. Все обработано. Так, как же мне вам показать? Так, платье с коротким рукавом. Так выглядит верх. Так выглядит низ. Сзади небольшой разрезик. Чуть-чуть ниточки торчат, но это не критично. Это все можно обрезать. Ну, швы, как видите, все хорошо прострочено. И сзади у нас молния. Сейчас проверим молнию. Вот. Длинная молния. Не знаю, как пойдет по размеру мне, девочки, померю. Постараюсь вам показать и потом рассказать поподробнее о размерах. Подошло, не подошло, но визуально вижу, что должно подойти. Если даже не будет великовато.
Но за такую цену я очень довольна. Очень довольна. 13 евро платье. Я его даже брала. Вот распродажа какая-то была. Даже дешевле. Очень красивая. Так, ну, пойдем дальше. Ну, и вторая посылка вот такая огромная. Девочки, цену не писала, потому что зашла на Алиэкспресс. Я, ну, просто в большом шоке. То, что здесь я купила за 15 евро, сейчас там стоит цена 104 евро. Конечно, это, ну, это очень завышенная цена. Наверное, после распродажи продавец решил как-то отбить. Средняя цена этого товара была 30 евро. И я купила со скидкой 50%, да. Но сейчас 104. Поэтому не стала даже писать цену. Давайте распаковывать. Так. Взяла резак Алидеда. Вот такая огромная посылка. Так. Запаковано отлично, как видите, воздушный такой мешок. Так. Как же нам это разрезать или вытащить? А, вытащим. И тут у нас, девчат, зимние сапоги. Взяла себе сапоги. Не знала. Отзывы очень хорошие. Покупок очень много. Там около 800 покупок этих сапог. Думаю, ну, если что, во двор бегать, снег чистить. Если не понравится. Ну, давайте посмотрим. Открыла вместе с вами. Первый раз. Так, как же в камеру не помещаются. Так, девочки. Вот такие сапожки. Опять же, визуально мне уже нравится. Посмотрите, как ровненько прострочены швы. Сапоги искусственная замша. Так написано у продавца. Сзади вот такое украшение. Квадратный каблучок. Единственное, что, девочки, вот заказала, потом рассматривала свой заказ, уже оплатила все. Очень переживаю за подошву. Сразу не обратила внимания. Думала, более рифленая будет. Но сегодня же я эти сапожки одену на работу и проверю, скользят они или не скользят. У нас выпало очень много снега. И вот как раз вот такие тепленькие, длинные будут очень хорошо. Вот такой плюш внутри, мех. Размеры я брала 40-й, ношу 39-й. Хаммер. Фирма Хаммер, магазин. Не помню, как называется. И также, наверное... Вот, вот такие сапожки. Ну, девочки, мне нравится, аккуратно все сделано. По подошве вот отделочка такая. Так, все это я примерю. Постараюсь снять. Стесняюсь, конечно, но постараюсь. Посмотрим размеры. Ой, дай бог, чтобы подошли, чтобы не были очень большие. Вот, друзья, такие товары у нас сегодня были. Что скажу по размерам? Я брала платье брала свой обычный 3XL. Ну, платье, как вы видели на фото, подошло хорошо. При желании, кто любит более облегающее, вполне можно брать на размер меньше, потому что ткань эластичная.
тянется, платим очень довольны. Сапоги. Сапоги также можно брать на свой правильный размер. Я взяла 40-й на 39-й. Есть место для носка. Ну, кто как любит носить, размер соответствует. Правда, на очень широкую ножку не пойдет. Именно перед вот эта часть довольно узкая. У меня нога узкая, и, ну, в принципе, хорошо. Длину берите по размеру. Голенище широкое. Так что, в принципе, я покупочками довольна. Все ссылочки, друзья, оставлю в описании. Единственное, помните, что в Китае начался Новый год, и 2 недели AliExpress не будет отправлять товары. У них это огромный праздник, там никто не работает. Все товары будут отправляться после 12 февраля. Ну, на этом все, друзья. Если видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока-пока.